Национальный праздник тюркских народов Навруз – один из древнейших в истории человечества и переводится с персидского как «Новый день». Его суть – в торжественной встрече весны. В Якутске на встречу весеннего Нового года в Доме дружбы народов собрались представители татарской, узбекской, кыргызской и таджикской диаспоры. Это традиционный наш праздник, как мы стали Домом дружбы народов. Мы каждый год отмечаем его с народами, которые отмечают этот древний персидский праздник. Сегодня в нашем проекте будут звучать кыргызские песни, таджикские песни, танцы народов, которые живут в нашей республике, отмечают Навруз. Пришли поздравить с праздником Навруз. Другие общины тоже покажут свои народные номера. И вообще это праздник добра, взаимопонимания. В этот день все прощают друг друга, все угощают друг друга своими блюдами. Сегодня на нашем празднике мы угостимся всеми блюдами наших народов. Отмечают всегда очень с размахом, с большим, масштабно, потому что это праздник, который относится к общегосударственным, к общенациональным праздникам. Собирается весь народ, все вместе варят накануне сюмюлёк, есть такое блюдо в большом казане, и раздают. Ну, таким вот образом, общие народные гуляния, танцы, спортивные игры. Основная суть праздника, ну, понимаете, это день весеннего равноденствия, и народ, который работал постоянно на земле, они вот радуются весне, это встреча Нового года, это пробуждение природы, вот посвященное этому мероприятию. Ну, сегодня у нас самый хороший день, Навруз, это считается по-мусульмански, но это Новый год. Ну, Навруз, все тут красиво одеваются, танцует. Ну, веселый день будет это для нас. И тут целый день, что праздник. Концерт разнообразный, спортивный. Как похоже на ваши сыха. По традиции праздник сопровождается народными гуляниями, приготовлением национальных блюд, играми и ритуалом очищения. Люди избавляются от злости, обиды, накопленные за прошлый год, и с чистой душой встречают новый.